Я как будто занедужил, слышу голос за спиной. Ну скажи, кому ты нужен, кроме матери одной? Кто поймет и не осудит лист почтовый теребя? Кто печаль твою остудит, кто поплачет за тебя? Если нет спасения, жизнь как жуткое кино. Под кладбищенской сиренью твоя матушка давно. Если дом твой перестужен, если окна без огней, ну скажи, кому ты нужен, кроме родины своей? Жена, махнув с крыльца, сыщет новую опору, сменит камень у кольца. И на дальнем перегоне будут душу согревать две горячие ладони. Это родина и мать. Потому опять и снова, словно вены на руке, два заветных этих слова рядом в русском языке. Пусть сияют, завлекая чужедальние края, там, где мать твоя родная, там родина твоя. Дорогие гости, дорогие друзья, очень приятно, что сегодня здесь собрались замечательные люди, которых объединила любовь к нашей Родине. И сегодня мы будем вместе, сегодня этот литературно-музыкальный творческий вечер будет посвящен теме «Нас не отучат Родину любить». И я очень рад и доволен, что здесь люди, которые по-настоящему любят Родину, для которых долг, честь и совесть – это непростые понятия. И которые сегодня пришли поприветствовать человека, который нас всех здесь сегодня объединил. Это поэт, лауреат премии Ленинского комсомола, человек, которого песни мы часто слышим по радио и телевидению, песни которого только что сейчас прозвучало в исполнении Александра Маршала. Это Анатолий Пшеничный. Я хочу пригласить на сцену главного редактора
журнала «Смена» писателя Михаила Кизилова. А что происходит? А то происходит. Милая родина в землю уходит. Едешь домой, от версты до версты, россыпи бревна, зола и кресты. Что происходит? А то происходит. Мэр землемером по кладбищу ходит. Что впереди? Расширяем погост. Ждем в этом деле высокий прирост. Что происходит? А то происходит. Сеяли правду, да что-то не всходит. Черные руки, испитые лица. Здравствуй, Григорьевич. Приехал проститься. Это последнее стихотворение Анатолия Пшеничного, которое недавно опубликовано, но для поднятия настроения я немножко о другом. Внучка попросила купить билеты в театр. Ну, естественно, ухожу в интернет, выскакивает реклама самого раскрученного современного исполнителя. А слева ее негромко звали Минин, а чуть ниже автор неизвестен. Я чуть не лопнул от возмущения, возвращаюсь в Яндекс, набираю ее негромко звали Нина, расправляю юбочку одна. Выскакивает та же реклама и то же стихотворение. Ее негромко звали Нина. Расправляю юбочку она, садилась как за пианино за третью парту окна. И что у ней было? Нос да челка, но разбирала душу дрожь, как будто лучшего девчонки во всех десятых не нашлось. Мы юных чувств не измеряем, нас жим в мальчишеский протест, за недоступность выбираем, любить и мучиться невест. Ведь до сих пор необъяснимо та, что из тысячи одна садилась как за пианино за третью парту окна. Толя, конечно, ужасно, что воруют в стране все и вся. Еще хуже, когда твои строки объявляют безымянными. Но с другой стороны, прошло 30 лет, когда были написаны эти строки, и, глядишь, еще через десяток лет появится романс, который будет называться «Нина» или «Ее негромко звали Нина». А в титрах значится «Автор неизвестен». Я искренне желаю, чтобы такой роман появился, искренне желаю, чтобы были новые образные строки, чтобы были замечательные песни, но чтобы в титрах все-таки значилось «Автор слов» или «Стихи» Анатолия Пшеничного. Спасибо тебе. Это люди-спасатели, есть спасатели в чрезвычайных ситуациях, а есть спасатели литературные. Миша Кизилов один из них, Юра Поляков, который должен быть сегодня здесь тоже. Они спасли свои журналы. Быть главным редактором журнала «Смена», вот тогда, когда все рушилось, и остаться им, и поднять журнал, как и литературную газету. Но мы еще об этом скажем. Спасибо вам, что вы пришли послушать стихи. Спасибо вам, что вам надоело попса, наверное, все-таки. И захотелось послушать то, о чем вы сами, наверное, думаете. Наверняка, потому что уверен, что пришли единомышленники. Все на продажу, прочее забыть, боготворить лишь день или силу. Нас отучают Родину любить, единственную, кровную Россию. То недород, то к звездам недолет, но веселится статус свой развеяв. Страна низкоопущенных господ и высоко поставленных лакеев. Но в глубине родной моей страны, среди деревень, тоскующих о чем-то, бесценным слоем скрытой старины, еще живут шайтанка и ключевка. Там прописные истины строги, не лгать, не красть, завет оставить сыну, там тоже пьют. Но отдают долги, там тоже бьют, но не стреляют в спину. Их с каждым годом меньше, этих мест, где не хитря служить идут солдаты, где непритворно крестятся на крест и знать не знают взятки и откаты. А мы не там, мы в блогах и указ, и поят нас не родники, а тина, но по ночам не зря тревожит нас фантомной болью память пуповина, и до тех пор, пока вот эту нить не оборвет нож острый или выстрел, нас не отучат Родину любить учителя, не знающие истин.
боролся честно, не косил и не лукавил, и слыл бойцом не ради красного словца. Вновь явили вдруг теперь бои без правил, и можно все, но до победного конца. Да как же так, ведь нас не этому учили, не рвать зубами и лежачего не бить. А здесь одна альтернатива или-или. А что учили, наплевать и позабыть. Тяжелый вес, тяжелый век, тяжелый жребий, и бой тяжелый, будь то брань без забитых. И поминальный всепрощающий молебен уже назначен для кого-то из твоих. Коль просит крови тот, кто на тебя поставил, так будет кровь, боишься крови, не вяжись. Спокойно суди, ведь идут бои без правил, бои без правил, как и в целом наша жизнь. А наша жизнь такая стала непростая, и в ней до смерти, как от бакса до рубля. Любовь товара вместо дружбы только стая, в которых много нас, но каждый за себя. И если друг тебе ловушек понаставил, а за спиной твоей подруга ждет других, не удивляйся, человек, в боях без правил. Одно лишь правило, что правил никаких. Я устоял и не доверился соблазну пустить на выручку припрятанный металл. И не ударил ниже пояса ни разу, и на лежачем его кости не ломал. Кто победил из нас, я так и не дослушал, а только слышал, как у стенки приговор за то, что наше правило нарушил. И полные, короткие, глубокие. Дорогие друзья, на сцене оркестр службы внешней разведки под руководством заслуженного артиста России Бориса Бугаткина, главный дирижер, заслуженный артист России Игорь Рыбенко. Очень рад, что сегодня вы услышите оркестр, который услышать не так просто. Не за всеми стенками его услышишь. Оркестр действительно замечательный. Музыканты собраны хорошие. Мы с ними выпустили диск отдельный. Такая вот работа о работе разведчиков. И думаю, что мы будем продолжать работу с такими людьми, с людьми, которые не только музыканты, но настоящие патриоты своей родины. И я сегодня, конечно, очень бы хотел сказать теплое слово о тех людях, которые работают для страны за рубежами. Сейчас работать за рубежом, это раньше, может быть, было что-то, не знаю, приятное. Сейчас за границу все едут. И работать там не за деньги, а на совесть для своей родины непросто. Что-то, ребята, в груди моей пусто, глохнет мотор, и в начале пути не покидает тревожное чувство, что-то намерено произойти. Белые вороны, черные кошки, розовый ветер в нерусском саду. Я откручу боковое окошко, крепкую скорость глотнув на ходу. Так и летел бы меж точек и речек, но светофор перерезал разбег. В круге зеленом пропал человечек, в огненном круге стоит человек. Ах, светофор, постовой непреклонный, я тормоза выжимаю пыля. Светлая родина, круг твой зеленый, красный твой круг. Не родная земля, в круге зеленом грачи прилетают, вертятся льдины по рекам скользя. Мама стареет, и сын подрастает, и вспоминают все реже друзья. А светофор, как заклинил на красном, в спину гудки подгоняют меня. И напрямик перекрестком опасным я провожу заводного коня. Я за чужую страну не ответчик, но не чужая запомнит навек. В круге зеленом пропал человечек, в огненном круге стоит человек. Гимн разведки. В язык
Где нашим русским не счесть слов красивых и фраз раскаленных. Но отечество, доблесть и честь пламенеют на наших знаменах. Потому что за нами страна, без которой мы мало что значим. Пусть мы прячем порой имена, но за пазухой камня не прячем. Такая вот работа, а праведней судьба. До крови и до пота лишь позовет труба. Дорожная разведка, небо и вода. А пока живет разведка, не пропадет страна. Пусть он долог, незримый наш бой, но затем и пошел ты в разведку, чтоб для тех, кто идет за тобой, придержать отведенную ветку, чтоб хлестнуть не могли по лицу из засады ни смерчи, ни войны, чтобы ни другу, ни подлецу не жилось в этом мире спокойно. Такая вот работа, а правильней судьба. До крови и до пота лишь позовет труба. Дорожная разведка, небо и волна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Ни за чин, ни за денежный куш не жалеют себя мои братья. Нам отцы в тайники наших душ заложили святые понятия, чтоб успели мы их пронести сквозь границы разлуки, обиды. Да поможет нам память в пути, словно зеркало заднего вида. Такая вот работа, а праведней судьба. До крови и до пота лишь позовет труба. Дорожная разведка, небо и волна. Пока живет разведка, не пропоет страна. Где-то гаснут в Москве фонари, день приходит в родную столицу. Закури, мой дружок, покури, и дымком занавесь за границу. Завтра вновь телеграмма уйдет, будет роль, но не будет оваций. Пусть нас кто-то добром поменет в коридорах далеких инстанций. Такая вот работа, а праведней судьба. До крови и до пота лишь позовет труба. Дорожная разведка, небо и волна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Спасибо моим товарищам, с которыми я вместе бок о бок работал за границей много времени. Знаю я их подвиги по их работе. Спасибо им. Анатолий Григорьевич, следующий исполнитель, да? Ольга Читоева. Мы так будем спокойно, в спокойной манере. У нас не классический концерт, творческий вечер. Поэтому, наверное, у нас Анатолий Анатольевич нет, да? Пришел, подошел. Тогда я с радостью объявлю вам участника многих моих концертов. Хорошего человека, очень замечательную певицу, заслуженную артистку России, Ольгу Читоеву. Ольга Читоева. И композитор Борис Зиганшин. Вот они нам сами скажут, что они написали. Рояль Борис Зиганшин. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогой Толечка. Вот видите, мы такие все близкие, родные. От всей души я поздравляю тебя с юбилеем, таким замечательным, великим юбилеем. Мы сегодня приготовили две песни, у нас премьера, поэтому мы волнуемся, я думаю, что это здорово. Первая песня называется «Куда уходят матери от нас». За роялем композитор Борис Земцов.
Вы сбавьте шаг, когда идете мимо простых оград, и крестик да трава. Любовь и мама так неразделимы, простые эти добрые слова. Любовь и мама так неразделимы, простые эти добрые слова. На мне
солдат. И нагрянет весна, как кино до военного мира. Обошенную ночь заминует черемухи цвет. Полевая жена, фронтовая жена командира, вдруг заплачет от счастья, названия которому нет. Что поделаешь, если в землянке душа замерзает, если знаешь, что завтра, быть может, навек тишина. Ведь родная жена только раз на войну провожает и почти каждый день смотрит вслед полевая жена. Опять звездопад, небеса и погоны, но примчится приказ, разведа фронтовое жилье, и навстречу сверху командир поведет батальоны. У последней черты, вспоминая совсем не ее, и парадная тяжесть мундира, и победный салют поездам не задержит разбег. Полевая жена, фронтовая жена командира, вновь заплачет от счастья, с которым простится навек. Заслуженная артистка России Ольга Щитоева. Партия фортепиано Михаил Зиганшин. Счастье, когда на юбилей своих учеников приходят учителя. Так везет не каждому. Поэтому я с искренним уважением и преклонением предоставляю слово лауреату Государственной премии России, учителю Анатолия Пшеничного, Анатолию Парпаре. Через опоздание, я только что из Смоленска. А поскольку Смоленская земля, по материнской линии моя родная, я там провел. Вот знаете, когда началась война, многие бежали из Смоленска, из Москвы. А вот моя мать, наоборот, из Москвы уехала под Смоленск. А там уже оккупация, там расстрел нашей деревни. Ну, извините, что об этом сказал. Вот сегодня, конечно, Анатолий, праздник, юбилей. Вот, но я вспомнил, что сегодня же, вот в этом месяце, еще один юбилей. Юбилей первой серьезной публикации его
в печати, тогда все советское. В «Комсомольской правде» ровно 30 лет был напечатан небольшой цикл его стихотворения. И что сегодня приятно будет отметить, то что одно из его стихотворений стало песней. На прочитал стихи один из композиторов, Анатолий называет потом его фамилию, вот, позвонил ему и сказал, что я написал стихи на ваши песни. Но теперь его песни уже поет весь народ. Вот так начинается. Но я, дорогие друзья, по просьбе Анатолия прочитаю стихи о России. Поскольку день рождения, он меня попросил, я обязан волю юбиляра исполнить. Россия, Родина, тревожно, опять волна неправоты, и отмолчаться невозможно, и кривит и затыкает рты. Она вошла в такую силу, она взяла такую власть, что пересилила России защитоборческую часть. Увы, как ведают скрижали нам правду горькую свою, мы кривду и на трон сажали, и поклонялись, как царю. И подступало нестроение среди стройных ранее рядов умов, то было помрачение или тайный промысел врагов, но наступало протрезвление от страшных и похмельных дней и правды мудрой воцарения среди разора и скорбей. И нам, и чувство славной свободы в душе отрадно и легко. С такой историей народы не пропадают в тьме веков, и мы, с бедой встречаясь ныне, не отведем сыновьи глаз и кривду наглую отринем в который раз, в который раз. Так получилось, что мы с Анатолием, ну, не только дружим, но как настоящие друзья, мы еще обмениваемся друзьями. Вот, например, я познакомился с некоторыми композиторами. Вот сегодня буду выступать Борис Зиганович. В свое время я их познакомил там. Ну и других сейчас не буду называть. А он меня, естественно, познакомил со своими друзьями, с дипломатами, военными, которые теперь стали моими друзьями. И, по-моему, это самый замечательный бартер в мире. Один из наших друзей написал музыку на мои стихи «Россия не погибнет никогда». К сожалению, с годами память начинает ослабевать, и я сейчас быстренько пролистаю, к сожалению. Нет, к сожалению, в этой книге нету. Ну тогда, Толя, я прочитаю «Братьям Славянам», ладно? А в следующий твой юбилей я обязуюсь прочитать точно. Не в первый, братьям славянам, не в первый раз вбивают клин между нами. Свидетели, прошедшие века, но, к счастью, мы хранимы небесами, и Рим не перессорил нас пока. Славяне мы, нам страх в бою не страшен, но в мирной жизни мягкость в нас вошла, и нет числа одержанным победам, как неудачам нашим нет числа. Спасает нас природная смекалка, а губит и раздоры, и вино. Пусть нам уроком горьким будет калка и символом борьбы Бородино. Но в генах наших все, при Грюнвельде сражения, и Косово, и Белая гора, единый организм и все в движении, и в сторону беды, и в сторону добра. Все нас роднит, прозрение, убеждение, и страшный, как фашизм, жестокий час. Пусть разведут на время заблуждения, но кровь опять соединяет нас. Свой путь земной века проходим честно, самим себе придирчиво строги.
обнимемся, друзья, и да исчезнут и Божьи, и Божьи, и славянские враги. Спасибо. Поэты-дипломаты или дипломаты-поэты в России явление уникальное и неповторимое. Чрезвычайный полномочный посол Советского Союза в Королевстве Бельгии Феликс Петрович Богданов был в некотором недоумении. В который раз ему докладывают, что новый сотрудник, так сказать, который еще года не работает, удивляет. Не такой, как все. На всех дипломатов приходят соответствующие бумаги из полиции о том, что нарушает скорость. Ну, как везде во всем мире. Анатолия Пшеничного не приходит. Ну, сначала, так сказать, там не докладывали, потом ради интереса доложили. В конце концов спрашивают Анатолия, а в чем дело? Он говорит, да я просто езжу со скоростью меньше 140 километров, не езжу. А счетчики реагируют от 100 до 120. Это действительно явление такое, но я... Хочу сказать, для того, чтобы представить сейчас Григория Дунаева, заслуженного артиста России, актера, который прочитает нам стихи Анатолия Пшеничного из сборника «Поэты-дипломаты России». Кстати, впервые вышел такой сборник, аудиосборник, только что он был представлен в МИДе, вот здесь сидят товарищи, которые в сборник входят. То есть дипломатия представлена нескольких веков, поэтическая дипломатия, и всю эту огромную работу студии совершил, сделал как раз вот заслуженный артист России, актер театра и кино Григорий Дунаев. Спасибо вот, ему. Спасибо и вам, Анатолий Григорьевич, за ваши замечательные стихи, которые мне довелось прочитать в этом альбоме. И я хочу сказать о том, что ваше творчество, ваше последовательное патриотическое творчество я ставлю в один ряд с произведениями и творчеством Владимира Казимирова, тоже поэта-дипломата, который также представлен в этом сборнике, и творчеством Владимира Масалова. А если говорить о других поэтах, нам более известных и... простым языком, которые пишут, такие как Твардовский, Рубцов и Есенин. Вот, Анатолий Григорьевич, простите, но так. Две звезды над рекой заблистали, озарили родное село. Думал, ноги мои подустали, оказалось, что душу свело. Падал медленным ястребом вечер, удивленно скрипел краснотал, думал, бросят мне руки навстречу. Оказалось, никто не узнал. Постоял у знакомых перил, пробежался глазами по крышам. Здравствуй, Родина, проговорил. Даже лая в ответ не услышал. Я не привык к чужому языку. И сколько ни учил и ни старался, как будто
конь, а камни на скаку. Я чужие слоги спотыкался. А рядом были асы, знатоки, но холодело сердце мое снова, когда мои родные земляки вдруг русского не находили слова. Родная речь от родины вдали, где в слове «Русь» значение крамолы, я опирался, как на костыли, на чуждые скребучие глаголы. И как последних спичек коробок в таежном промороженном зимовье, я свой родной уральский говорок оберегал в трескучем чужесловье. Спасибо, память, стражница-сова, что ты очей на службе не смыкала, не выпускала отчие слова и без нужды чужие не впускала. Пусть я высот служебных не достиг, хоть и постиг земные перегрузки, но не усвоил русский мой язык. Нелепые фразы. Как это по-русски? Борис Зиганшин, партия Бродобьяна. Анатолий Пшеничный. Дорогие друзья, позвольте предоставить слово собратьям по перу Анатолия, так сказать, первому секретарю правления Московской писательской организации Максиму Замшину и Ивану Голубничему, главному редактору газеты «Московский литератор». Анатолий Пшеничный, ну, во-первых, конечно, очень близкий друг, очень близкий человек, человек стихами, я которого всегда наслаждаюсь. Но вообще наблюдение за те, может быть, 10-12 лет, которые мы близко общаемся, привели меня к той мысли, что в нем удивительным образом сочетается такая вот настоящая мужская повадка, прекрасное воспитание, удивительно достойное поведение в любых ситуациях. И при этом нежная, лирическая, ранимая душа поэта, склонная к метаниям, и к каким-то прорывам, и наоборот, к падениям, и к взлетам, и ко всему тому, что называется поэтическим поведением. И сочетание это столь гармонично, что вызывает не только восхищение, но и как-то притягивает, мне кажется, к нему разных людей, и заставляет искать его общение, и наслаждаться не только его творчеством, но и им самим. Не первый твой юбилей мы здесь празднуем. Ощущение, что все моложе, стихи твои все прекрасней, и желаю тебе, чтобы эта своеобразная парадигма только усиливалась. У нас есть для тебя небольшая от Московской писательной организации награда. Ее вручит секретарь правления Союза писателей России, главный редактор газеты «Московский литератор» Иван Голубничий. Тоже, думаю, наверное, что-то скажет. Дорогой Анатолий Григорьевич, все эти годы трудные для страны, для народа, для писателей. Ты был с нами, и мы в полной мере, наша писательская организация, наши писатели, наши товарищи в полной мере знают широту твоей души, яркость твоего таланта, знают тебя как яркого поэта, который в своем творчестве всегда стоял на позициях русской традиции, на позиции русской всего хорошего, что было в нашей истории. Человека, который никогда не отказывался от нашего сложного героического прошлого и всегда свою позицию выражал в поэзии и в выступлениях достойно, четко и
так сказать, никого не задевая. Мы знаем тебя как замечательного общественного деятеля. Вообще вот для сегодняшнего общества, на мой взгляд, Анатолий Пшеничный является такой вот тип человека, человека слова и дела, который состоялся во всем как личность, как профессионал, как поэт. И в этом ему можно только по-хорошему позавидовать. И мы знаем Анатолия Пшеничного как замечательного товарища, с которым всегда приятно разделить застолье, разделить дружеское общение. Анатолий Григорьевич, я хочу сейчас, мы с Максимом Адольфовичем хотим объявить, что решением наградной комиссии Московской городской организации Союза писателей России за вклад в литературу и в связи с днем рождения, с юбилеем, Анатолий Григорьевич Пшеничный награждается дипломом литературно-общественной премии «Золотая осень» с вручением одноименного ордена имени Сергея Александровича Есенина. Поздравляем с юбилеем, со славной наградой. Вам говори, говори, говорите, хорошо так говорите. А лучше почитай. Да, Максим сказал, что мы не первый юбилей отмечаем здесь, это так. И мне хотелось бы в качестве своего вклада спеть песню. Так сложилось, что вот когда-то давно мне полюбилась песня Анатолия Пшеничного. И ему, наверное, не очень частый случай, когда поющему поэту понравилось, как кто-то поет его песню. Ему это понравилось, и с тех пор как-то сложилось, что я ее исполняю на его юбилейных вечерах и навечно на других мероприятиях. Песня посвящается Игорю Талькову, а также всем ушедшим, ныне живущим и будущим русским поэтам. Анатолий Пшеничный. Слышно? Уж так устроен белый свет, и это снова повторится. Когда рождается поэт, то перед ним или во след в ночи рождается убийца. Лишь небеса над головой, у них всегда одни и те же. И в этой схватке роковой до срока дым пороховой, как дым табачный без мятежа. Поэт не верит в этот срок, как сной не верит в день метельный. Над перекрестками дорог крыла его летучих строк оберегает крест нательный. Но без конца болит душа, и вместо песенок во славу столпы сановные кружа стекает боль с карандаша за оскорбленную державу. Ему шептать бы о любви, ему б сюжеты интересней. Но на слезах и на крови, держа иконы, алтари, как белый храм восходит песня. Она восходит там, где мгла, где славят лживого мессию. И я сияют купола, и бьют ея колокола. Спаси и сохрани Россию. Кому опасен ты, поэт? Кому от слов твоих не спится? Смолкает зал и гаснет свет, лучи находят силуэт, и поднимается убийца. Но храм из музыки и слов стоит весь белый на опушке. Неотомщенные с крестов глядят Рубцов и Гумилев, Есенин, Лермонтов и Пушкин. И вновь рождается поэт Анатолий Пшеничный. Секретарь правления Союза писателей России Иван Голубничий.
не окончена дорога, и цветет в окошке сад. Мне осталось жить немного, весен эдак 60. За спиной вся та же дата, но, коль честно говорить, не хочу я вас, ребята, перепеть или пережить, что, поставив без испуга эту жизнь навеселее, точно знать, что есть за друга, кому выпить на земле. Это мы сейчас говорим друзьям, очень хорошо сказал Анатолий Анатольевич Парпара о бартере дружеском, да, мы это слово не потребляем, но действительно, вот цепочка такая существует. Но, к сожалению, существует сейчас в настоящее время и другая цепочка. Стихотворение, новое стихотворение об этом. Набирают друзей в интернете, как грибы в лесу, только б успеть. Дяди взрослые, тети и дети, позывные забросили в сеть. Пальцы быстрые в клавиши тычутся. Отыскать, заловить, обогнать у тебя уже сколько? Ах, тысяча! У меня вот 2005, как на нитку бесчетные бусины, все нанизывают имена. Оглянитесь, ослепшие юзеры, на минувшие вас времена. Там, без клавиш блютузно-вайфаевых, мы умели сжимать кулаки. Там друзей на всю жизнь выбирали мы за надежность и крепость руки. А земля все такая же вроде бы, и вода, но как кровная месть, входит в душу, входит в мозг виртуальная родина, виртуальная дружба и честь. Заболею, код дальнего города, наберу, отложив ноутбук. Здравствуй, друг, без тебя что-то холодное. И услышу, дождись меня, друг. Своих верных друзей упрекать я не вправе, затерявшихся вдруг среди стран и морей. Есть такая строка в караульном уставе: осветите лицо для ночных патрулей. Есть такая строка в караульном уставе: осветите лицо для ночных патрулей. Отчего ж это вдруг мне припомнилось это? Боевая пора нашей дружбы мужской. Может, в нынешних днях не хватает мне света, чтоб понять, разглядеть, кто же рядом со мной. Может, в нынешних днях не хватает мне света, чтоб понять, разглядеть, кто же рядом со мной. Темно вокруг, но если вдруг шагнет навстречу старый друг, легко раздвинул круг разлук и венчужбе, звучит знакомое словцо и озаряется лицо. И снова я на этом свете не один. Звучит знакомое словцо и озаряется лицо. И снова я на этом свете не один. Кем бы я без друзей был на этих широтах, где слова тяжелее, чем свинец на войне? Был бы домом большим, где замок на воротах был бы мелкой рекой, без ручьев по весне. Был бы словно музей, где замок на воротах был бы мелкой рекой,
без ручьев по весне. Дежурных речей, разрывая кольцо, я кому-то идущему ночью навстречу безответно шепчу: осветите лицо, я кому-то идущему ночью навстречу безответно шепчу: осветите лицо. Темно вокруг, но если вдруг шагнет навстречу старый друг, легко раздвинув круг разлук и век чужбин. Звучит знакомое словцо и озаряется лицо, и снова я на этих не один. Звучит знакомое словцо и озаряется лицо, и снова я на белом свете не один. Осветите лицо. Слава, друзья! Спасибо. Вы знаете, как здорово, что вот много стихов я пишу о подвиг наших отцов, у меня отец фронтовик, о наших старших братьях, товарищах наших, которые воевали уже после войны. И здорово, что есть связь поколений. Я сейчас прочитаю стихотворение о своем отце, а потом будет песня вот о связи поколений. В России нет не воевавших поколений, к сожалению, Россия никогда не нападала. Всегда оборонялась, но приходилось воевать. Везде, где есть мальчишки, рождались в семьях, всегда там были солдаты. Когда опускались вечерние тени, а где-то рассвет начинался другой, садились с братишкой к отцу на колени послушать про битву под Курской дугой. Солдаты вставали по красной ракете, свинец по броне барабанил, как град, и папка, такой, как на желтом портрете, карабкался к доту со связкой гранат. Он нам о себе не рассказывал много, зато поименно припомнить могли мы каждого друга его фронтового, и тех, кто вернулись, и тех, кто легли. От майских салютов светлело в округе, и гордости звезды не пряча в глазах, мы шли и держались за папкины руки, за крепкие руки в пустых рукавах. И песни, отцовские песни, они передаются из поколения в поколение. И очень хорошо, что сейчас на московском конкурсе, детском конкурсе, детской военно-патриотической песни прозвучала песня, которую я написал, в общем-то, несколько лет назад. И то, что поют такие артисты, я потом объявлю его имя. Солдатская лямка. Ян Боков. Сквозь огонь.
За Россию, мать, в ответе воевал, не горевал, сочинил себе куплетик и под Керчью напевал. Утянем лямку туда-сюда, война не манга, война беда. Вот довоюем, закатим пир, сынок родится и будет мир. Выжил батя, я родился гитарист и хулиган. На судьбе моей случился полыхающий афган. Плечи рация сгибала, пухла в каске голова. Под Кабулом напевал мне десантная братва. Утянем лямку туда-сюда, война не манка, война беда. Вот довоюем, закатим пир, сынок родится и будет мир. Вышел целым из Афгана, сын родился у меня. Подрастал, пока капканы не расставила Чечня. С фотки сын с АКМСом посылает мне привет. И поет под Гудермесом старый дедовский куплет. Утянем лямку туда-сюда, война не манка, война беда. Воюем, закатим мир, сынок родится и будет мир. Ой, ты родина, Россия, ты любила как могла. Умирать ты не просила, да не всех уберегла. Что не сын почти, что каждый, то боец, то командир. И ответь, скажи, когда же будет этот самый мир. Утянем лямку туда-сюда, война не манка, война беда. Вот довоюем, закатим пир, сынок родится и будет мир. Ученик 3-го класса музыкальной духовой школы Ян Ботов. И оркестр растет смена. Служба внешней разведки под руководством Бориса Букавкина, дирижер Игорь Рыбенко. Певцы восстания русских воинов всегда были нужны. Они всегда были и будут нужны. Не так все просто с нашей державой. Раскроили державу, как будто ножом по-живому порезали острым. И остались нечаянно за рубежом наши русские братья и сестры. Будто бы среди волн в развороте крутом захлестнула незримая сила. Человек за бортом, человек за бортом, но не сбавила ходу Россия.
Не нужны им от нас ни калачи, ни соль, не нужны ни матрешки, ни танцы. Они молча стоят у российских посольств, чужаки, земляки, иностранцы. Как они берегут эту тонкую нить, не за деньги или статус державный. Все готовы отдать, только бы сохранить русский паспорт и крест православный. Отвечают они за всех русских людей, обжигаясь от злые улыбки, за твоих близоруких, Россия, вождей, за твою доброту и ошибки. Ни казахи, ни азеры, ни латыши, хоть вросли в эти воды и суши, я прошу тебя, Родина, ты не спеши поминать их славянские души. Будто бы среди волн, в развороте крутом, захлестнула незримая сила. Человек за бортом, человек за бортом, оглянись и дай руку, Россия. К сожалению, за рубежами нашей Родины, нашего Советского Союза остались не только наши русские люди, которым, слава Богу, сейчас вроде бы все поправляется, идет как должно быть все как положено. Кто русский человек, советский человек, русский человек должен жить в России, если он хочет там жить. Но за рубежом остались другие наши люди, наши ребята, памятники, оставшиеся. Все, кто за границей был, знает, что хорошо после войны, да, были памятники, какое уважение было и что происходит сейчас. Вот песня об этом, песня называется «Держись, Алеша». На площадях, на кладбищах и в парках, где шли бои у гор чужих рек, они стоят, упавшие в атаках, они стоят, воскресшие навек. И не уйдут ни днем они, ни ночью, не бросят пост под снегом и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, дождись, братишка, мы к тебе прием. За их спиной гранитные знамена, а на руках и дети, и цветы. И помня всех упавших поименно, они стоят, как в памяти посты. И не уйдут ни днем они, ни ночью, не бросят пост под снегом и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, дождись, братишка, мы к тебе придем. Краше жизни в спасенных ими странах, и все скупее речи и венки. Еще вчера любимые и желанные, уже сегодня будто бы враги. Но не уйдут ни днем они, ни ночью, не бросят пост под снегом и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, дождись, братишка, мы к тебе придем. Пусть не сотрутся памятные даты, вонзаясь в мир тревожащей строгой. Они стоят, советские солдаты, не тяготятся должностью такой. И не уйдут ни днем они, ни ночью, не бросят пост под снегом и дождем. Дождись, Алеша, бой еще не кончен, держись, братишка, мы к тебе придем. Но не уйдут ни
днем, они ни ночью не бросят пост, под снегом и дождем. Дождись, Алеша, бой еще не кончен. Держись, братишка, мы к тебе придем. Держись, братишка, бой еще не кончен. Дождись, Алеша, мы к тебе придем.